В Дагестан с наградами из Абу-Даби домой вернулись триумфаторы чемпионата мира по джиу-джитсу, прошедшего неделю назад в столице Арабских Эмиратов. В числе призеров – помощники муфтия республики Идрис Асадулаев и Ахмат Надырбегов. Общее же число медалей, заработанных дагестанской командой – 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая. Разделить радость победы с триумфаторами приехали их самые преданные болельщики. Для религиозных деятелей регулярные тренировки – основа здоровья и наилучший вид отдыха. Наткнулся на слова Али Асхаба, ради Аллаху Анху, и эти слова меня смотивировали. То есть, чтобы побуждающие заниматься развлечением, когда утомляют сердца, заниматься развлечением, но развлечение, чтобы было полезное, со смыслом. Ну, более подходящее этим словам, чем спорт, я не нашел и решил заниматься. Поздравить богословов с успешным выступлением приехали сотрудники муфтията. По их словам, победы богословов служат ярким примером для молодежи в том, как вести здоровый образ жизни. Не обязательно, чтобы они там достигали каких-то высот в спорте, чтобы это их мотивировало не приближаться к каким-то пагубным явлениям, не приближаться к наркомании, не приближаться ко всему мирскому на сегодняшний день, чтобы они нашли себя в жизни, чтобы ставили перед собой цель, достигали этой цели, да, как нам продемонстрировали наши братья. Поэтому больше важна не сама медаль на шее, а тот результат для молодых людей, которые будут брать этого примера.